близко. Я чувствую запах смерти. Когда же это кончится? Да, супер. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сражался. Открыть ворота! Лию ты найдешь в таверне за кланы теленок. Закарумиты навлекли на себя позор. Это правда. Что-то мое дело загнивает. Нападения продолжаются уже 6 дней. Дядя Тик, то есть... Спасибо. Из города вышли 16 ополченцев. Вернулся. Я не вижу. Что... Это одна из проклятых матерей. В руинах дальше по дороге их намного больше. Мне нужно больше гнева. Мне не хватает гнева. Награждена за свою веру.
исследуя пещеры в поисках сокровищ, я наткнулся на жуткое зрелище — гору трупов. Невероятно. Но когда я стал обыскивать их в поисках ценностей, тела вдруг ожили. Нужно рассказать обо всем жителям нового Тристрама, пока еще не слишком поздно. Кто же мог украсть сокровища? Мне не хватает гнева. Старый Тристрам. Здесь побывал сам дьявол. Спасибо. Она дославится, Акара. Лия. Долгие годы люди боялись селиться вблизи руин Тристрама, проклятого города. Случилось чудо. К нам пришла спасительница. Настоящая героиня из рассказов дяди Декарда. Сердце подсказывает мне, что дядя все еще жив. Молюсь о том, чтоб ей удалось вернуть его домой. Целым и невредимым. Сюда. Я открою ворота. Адрия — моя мать, но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитал дядя Декарт. Адрия. Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиском демонов. У твоей матери было много мрачных тайн. Поговаривали, что она была ведьмой. Но я никогда не видела слишком. Вот ключ. Вчера вечером ко мне приходил Айден. Тяжкие думы одолевали его. Я утешила его, как умела. Но куда бы он ни шел, ад всегда будет следовать за ним. Над Тристрамом снова сгущаются тени. Но, как и Айден, я покину горы, пока еще не поздно. Для этого уже все позади. Тристрамский собор. Упавшая звезда должна быть внутри.
Звезда близко. Выполню свою миссию. Нужно больше гнева. Спасибо.
в Тристрам и поговорить. Я бы даже если... Дядя! Да. Помочь. Дядя! Да! Я когда король потерял... Я решил... Лия, стоит так легкомысленно отрицать очевидное. Неужели ты не веришь собственным глазам? Тристрам уже пережил один конец света. А как же древние книги? В фолиантах Закарума говорится о том, что с неба упадет звезда. В свитках Харадримов говорилось о мертвых, поднимающихся. Я владык. Дядя снова с нами. Он был чудесным образом спасен из костлявых лап чудовища. Я так счастлива. Но оказалось, что король-скелет, которого я считала персонажем легенд, существует на самом деле. Обезумевший Леорик, что причинил жителям Тристрама столько страданий, снова вернулся. Ты щедр себе? Спасибо. Я ответ... Я, конечно, иногда торгую с подозрительными типами, но все, что остается, показываю тебе. Простите меня! Выполни свой долг, кузнец. Как бы тяжело это ни было. Мира, любовь моя, прости. Хедрик, помоги мне! Хватает гнева. Без тебя у меня бы ничего не было. И ничего. В этом я могу гробниться. На кладбище в лощине стенаний. Если увидишь там моего дурака подмастерья... Скажи ему, чтобы он шел обратно в город.
князь. И ищите перед Закарумом! Гнева. Да проклянет вас свет! Подмастерье кузнеца. Еще одна невинная жертва. Больше гнева. Вам не повезло. Thank you.
хватает гнева.
свою веру. Короны нет. Надо обыскать другой склеп. Больше гнева. Продолжение следует...
цена за свою веру. Корона где-то здесь. Я не позволю тебе... Не сейчас. Нашла корону? Приятно снова взяться за работу. Не отчаивайся, любимый. Ты так самовозможен. Я молчу. Он... Да. Корона у меня. Наконец. Если... Thank you.
Неужели дух Леорика никогда не... королевстве Кеджистан мне приходилось слышать о воинах Закарума, которых называли крестоносцами. И хотя местный народ был не слишком расположен к общению, мне удалось выяснить, что этот орден был основан 200 лет назад, как раз тогда, когда Ракис повел свою армию паладинов на запад. Но эти крестоносцы отправились на восток с совершенно иной миссией. Кто ты? Скоро. Скажи, что привело тебя в это проклятое место? Хочу кое-что спросить короля скелета. Я тоже. Сектанты тащили меня мимо этой мерцающей темы. Откуда она взялась? Гнева.
порождает темная магия. Но воля храмовника сильнее ее! Йонда, ты же был храмовником! Как ты мог оказаться в этой теме? Теперь члены темного культа мои братья, Кор. Прости меня. Магия темного культа затмила мой разум. Предательство нельзя простить! Благодарю за помощь, если мы найдем... Если эти... Вперед! Веди нас к славе! Эта способность будет полезна. Больше гнева. Я чувствую темную Лагданан, и на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Верой и правдой служил я своему монарху и родне. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце.
склонен. Я пытался сосчитать. Верю. Во всем повинен Лазарь. Пользуясь доверием короля Леорика, темным колдовством он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть. Когда мы вернулись домой после сокрушительного поражения в Вестмарше, горячо любимый мною король полностью потерял рассудок. Он метал громы и молнии и называл нас всех изменниками. Сдерживая терзавшую меня боль, я был вынужден убить его. Подходите к нему. Это долг. Как ты осмелилась осквернить твой склеп теплом жизни?
Наконец-то, кратер. Так, тьма. Декарт, подскажет. Расскажи Бандит. Мне. Взлом, ну-ка. Все как... Я решил написать эпическую поэму на смерть. Невероятно, но упавшая звезда оказалась человеком. Узнав об этом, дядя был сильно разочарован. Он думал, это... Что-то более загадочное. Терпение. Thank you.
возвращаюсь в город. Мы покроем себя славой. Я не готова. Скорее всего, сундук приводит в действие ловушку. Терпение. Сама земля пропитана скверной. Да поможет нам Акарат.
думать, что в мире стало безопаснее. Я недалеко. Надо скорее завершить ритуал. Вот-вот прибудет Магда! Он уже начал превращаться. Возможно, он действительно свел козлоногих с ума. По какому праву ты собираешься? Но еще одного обломка тебе не видать. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Она коварнее, чем кажется. Достойный выбор. В наших краях обходятся с преступниками. У крестоносцев нет своих краев. Нас объединяет идея, а не свод законов. Тогда не буду спрашивать, что делают с теми, кто предает эту идею. И правильно. Вот облом. Дядя Лия! Нефалены — это древние люди, обладавшие невероятной силой. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом, и бесплотные тени ее участников до сих пор бьются друг с другом. Эй! Дядя Декарт считает, что нам нужно восстановить меч незнакомца, чтобы к нему вернулась память. Хотела бы я считать все это очередной сказкой, но зловещие события последних дней все больше пугают меня. Не сейчас. Мы с тобой не сильно отличаемся друг от друга. Во мне тоже сокрыты могущественные силы. Только вот я их не контролирую. Значит, ты еще не нашла свое призвание? Надеюсь, что и не найду. Эта сила так велика, что не знаю. Она пугает. Эй, на помощь! Вон ее. Не зли меня, стерва! Ничего, я вам... Отпусти. И ты вам? Я прикрою тебя! Ты
не конец. Гильдия воров. Я не готова. Да, да, я знаю. Трудный путь и все такое. Ну... Погоди. Это реликвия подделка. И как я раньше не догадался. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Похоже, тебе не помешал бы помощник, а мне как раз надоело тут торчать. Ты ведь не собираешься при... А как же? Невест? Признаться, меня пугает то, что говорится в книгах об Аларике и этом храме. Ты должна мне... Ищи в лесах две гробницы. Последнее пристанище воинов и склеп древних. Там ты найдешь ключи от нашего священного храма. Этот лес укрывает пелена древнего проклятия. Это люди Аларика? Отбросим их, братья! Аларик говорит, что наши люди способны выжить в предстоящей битве. Но я видел по его глазам, что это не так. Зачем он повелел мне охранять светоч надежды? Эти твари в окрестных лесах истребляют моих собратьев, а я ничем не могу им помочь. Терпение. Сколько воспоминаний. Мы с дядей Декардом долгие годы исследовали подобные места. Мне тоже нравится сражаться с созданиями зла в новых для меня землях. Я имела в виду радостные воспоминания. Сделали с ним.
то, что некий высокопоставленный духовник Закарума по имени Аккан начал чувствовать, что Портия поражает самую суть его веры. Он понял, что рано или поздно эта Портия уничтожит столь любимую им церковь, и решил, что он должен действовать. После многократных молитв Аккану пришла в голову идея создать Орден Крестоносцев. Нас ждет могучий противник! Сумеем обойти все ловушки, расставленные древними, против расхитителей гробниц. Но тела моих погибших друзей доказывают, как сильно мы ошибались. Мой конец тоже не за горами. Нас погубила собственная жадность. Свет в тебе разгорается ярче! Не сейчас. Никогда не слышала. Мы из Востока. Надеюсь. Никогда. Наши герои. А нет. Но она имела в виду, говоря, что мать разделит мою судьбу. Неужели мама все еще жива? Время покажет. О какой силе в тебе она говорила? Слишком легко мы победили ее приспешников. Магда играет с нами. Камень мироздания был изменен. Наши дети рождаются слабыми, а век их недолог. Предводительница демонов Нереза обещала вернуть им силу, но вместо этого превратила их в отвратительных существ, которых обратила против нас. Пусть это будет наша последняя битва, но мы изгоним демона назад в преисподнюю.
Вот второе. Это ты... Едва мы нашли второй обломок меча странника, как нас настигла Магда. Она идет за нами по пятам. Кто эта женщина? Откуда она знает мою мать? Мы должны опередить Магду и забрать последний обломок меча из Вортема. Пошел бы за ней хоть на край света. Да она просто жаждет заполучить такого старого лысого бондаря, как ты. Скажешь тоже. Я вот думаю. Мозг не надари. Вортом, пожалуйста. Поплыли! Они уничтожат город! Спасайтесь, пока можете! Во имя всего святого! Смерть тем, кто не признает! Я не готова. Не сейчас. Глупцы! Меч все равно будет моим. Плохи дела. Мои слуги сожгут этот город дотла. Спасла. Я вернусь в Тристрам проведать дядю Дикарда. Ее здесь нет. Пока ты там герой! Я должна была догадаться. Надо вернуться в дом Дикарда. Если бы тот мы когда мы терпение. Дяди Декарта больше нет. Я постоянно вспоминаю те дни, что мы проводили вместе в погоне за его безумными идеями. Здесь не получится. Как же я буду. Жить без него. Он был убежден, что незнакомец ангел, но он же простой человек. Я всегда знала, что все это небылицы, и дядя Декарт заплатил за них собственной жизнью. Теперь это дело чести. Ничто не должно сбить нас с верного пути. Yeah.
моя королева. Воздух пронизан ужасом. У меня плохое предчувствие. Не сейчас. Я не готова. Thank you.
вам это? Госпожа приняла меня. Покойся с миром, безумец. Ты послужил своей. Помоги мне, прошу. Пауч. Яд паучьей королевы. Спасибо. А теперь помоги мне выбраться. Я могу.
Зра! Терпение. Не сейчас. Силу! Ха-ха-ха!
слишком тяжела. Почему их туда тянет? Появилась новая цель. Девушка по имени Лия. Шпионы донесли мне. Мы только что прибыли в Тристрам. Должен признаться, я несколько разочарован. Ее не остановить! Смертным не дано! Она здесь! Задержите ее, а я спущусь в подвал и призову ее в смерть. Мне больше не унести. Хороший выбор. Спасибо. Нет. Не проявляя к ним милосердия, ибо они забыли, что это. Правильный выбор. Достойный выбор. Я это возьму. Yes.
Я не готова. Тяжело находиться в замке, который сейчас является нашим домом. Но юный Альбрехт, кажется, чувствует себя в нем весьма уютно. Может быть, причина моих страданий в переизбытке флегмы в организме после переезда?
13-й день Лунасада 1263 года по киджистанскому календарю. Хранят тебя поле! Я был уверен, что... До меня в этой... Не сейчас. Терпение. Сюда кто-то проник! Расправьтесь с ними! Я не готова. Хвала богам. Терпение. Сейчас. Где все? Мне что, придется все делать самому? Ну хорошо. Иди сюда и прими кару за свои преступления. Не сейчас.
что моим разумом пытается овладеть какой-то демон. Я слышу голоса, дающие мне зловещие приказы, и порой теряю контроль над собственным телом. Лазарю это, несомненно, известно. Иногда он странно смотрит на меня, когда думает, что я этого не замечаю. Мне больше не уйти. Понимаю, как всякая нечисть может спокойно разгуливать под солнцем. Слишком тяжело. Разве свет не должен ее страшить? А разве должен? Мы с тобой на стороне добра. Но разве мы боимся тьмы? Но мы храбры. Ты ведь не считаешь, что порождением тьмы присуща смелость? Ну что?
Я не могу. Ну что, отправляемся в Колдей?